Но атака будет продолжена через левый край. Пошла подача, опасный момент. Удар через себя, и 1-1. Красавцы дожали таки соперника на 35-й минуте, и счет 1-1. Вот мы видим, да, как спас эту атаку на самой линии Мэтт Доэрти. Затем, в общем-то, не самые осмысленные действия, а после этого подача слева 7-го номера Каллума Робинсона, рикошет, и вторым касанием укладывает мяч в самый угол, располагая спиной к цели 20-й номер Акбене. Прекрасный удар. Мяч, скорее всего, даже срезался с ноги ирландского нападающего. Но это было как нельзя лучше. Нет, даже не срезался. Там, по-моему, был рикошет. Не, удар-то хороший. Да, мяч от ноги, по-моему, Джейсона Денайера.